Вопросы много, очень разные. Например, Эндрю Тьерно спрашивает, он написал на английском, я прочитаю на русском. Что вы думаете о докторе Фаучи? Он злодей как для демократов, так и для республиканцев. Он хочет, чтобы все граждане США прошли вакцинацию. Он выглядит как масон и ведет себя как истеричка. Ну, я думаю, что любой человек, который пропагандирует масонские вот эти вот задумки, ну, что все там якобы что-то там должны там в масках ходить или вакцинацию сделать, или, я не знаю, приклепать себе, например, там к ушам датчик системы глобального позиционирования или вшить там микрочип под кожу. Ну, я думаю, что все они являются злодеями, естественно. Но я думаю, что на них не стоит просто обращать внимание, потому что это, ну, это может быть просто кто-то, кому заплатили деньги, чтобы он вот продвигал масонскую повестку, да и все. Ну, Фаучи очень много денег заплатили. Он же ответственный как раз за все вот эти исследования против вирусов, против создания вакцин. То есть богатейший человек, он озолотился на этом на все. Ну, конечно. И... Ну, понимаете, у современных вот этих вот обывателей в буржуазном обществе, у них же нет никаких понятий. Вообще, их можно купить, вот у них есть цена. То есть, ну, кого-то нельзя купить, например, за миллион долларов. Да, есть такие, которые скажут, не, я за миллион долларов не продаюсь. Но его, очевидно, можно купить за 10 миллионов долларов. А если его нельзя купить за 10 миллионов, может, его можно купить за миллиард. А вот таких вот, которые не продаются, да, такие тоже есть. Но они, как правило, не являются государственными служащими. Они являются какой-нибудь там мафией, например, или какими-то религиозными экстремистами. Вот. А все, которые являются госслужащими, это же просто обычные рабы. Но у каждого раба есть обязательно цена. Ну, можно, в крайнем случае, две цены заплатить, его можно за две цены купить. Поэтому, ну, заплати ему деньги, он что угодно будет петь. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Я даже не рассматриваю таких, как злодеев, а это просто обычные рабы, которым просто оплатили работу какую-то, они ее выполняют. А кто тогда самый злодей? Злодей Злодеевич Злодеев. Да и тут вообще трудно сказать насчет злодеев. Ведь даже вот если мы возьмем масонов, которые вот устраивали вот эти все шоу с 11 сентября, там, с Сарсом, со свиным гриппом, с куриным гриппом, со СПИДом, сейчас вот с коронавирусом, они сами себе они не кажутся злодеями. Они просто думают, что ну вот у нас есть стадо рабов, тупых причем совершенно. Вот. Ну, что бы еще там сделать с ними? Ну, вот сами масоны, они не считают, что они что-то плохое делают. Они просто не считают рабов за людей. Они сами-то по отношению друг к другу-то себя так не ведут же. Ну, как вот, допустим, воры, они считают рабов лохами, или а масоны считают их профанами. Вот и все. Плюс-минус похоже, да? Ну, евреи считают их гоями, например. Ну, как, да, там и мусульмане считают их кафирами, например. А масоны профанами. Вот. То есть они просто не считают их своими, они не считают их людьми. Поэтому, когда масоны делают что-то плохое вот для этого стада, они сами масоны, они не чувствуют, что они делают что-то плохое. Ну, как вот, например, какой-то правоверный мусульманин, он же не чувствует, что он делает что-то плохое, когда он грабит неверных, например, или убивает их. Ну, просто это для него не люди, да и все, кафиры какие-то или геуры. Вот. То же самое евреи. То есть он же не чувствует ничего плохого, когда он, например, что-то там делает плохое для гоев. Ну, потому что гои – это не люди. Вот. То есть так же самое и цыгане. Для цыган все остальные точно такие же гои, как и для евреев. Вот. А для воров – это лохи. То есть воры же не чувствуют, например, что они делают что-то плохое, если они что-то, например, взяли у лохов. Вот. Точно так же масоны, они совершенно не чувствуют ничего. Они не чувствуют себя злодеями, когда они что-то делают с профанами. Они просто не считают их за людей. Ну, когда рождается, не знаю, там, будущий вор, а он же не рождается уже с этой философией. То есть родился какой-то обычный. Ну, конечно, конечно. Да. Где он потом это все значит, нашел, принял, осознал? А вот тут, на все на то есть воля Божия. Потому что вот обратите внимание, да, что как бы ни была, как бы ни были закручены гайки во всем мире, ведь Библию это не запрещают, ее же никто не решается запретить.
Ее могут там превратно истолковывать, ее там могут иногда подделать какие-то там слова опасные в некоторых ее переводах. Но ведь ее никто не запрещает. То есть Библию могут запретить в какой-то уж совсем отмороженной стране, типа Северной Кореи какой-нибудь. Вот. Но это уже, ну, это уже исключение. Там другой диктатор, да, там да, по-другому. Да, да. А вот в буржуазном мире же ее не запрещают. Хотя это на самом деле очень опасная, очень экстремистская книга. Но ее не запрещают. А почему? Ну, потому что сами масоны, они не считают нужным это делать. Потому что они считают, что, да, ну, как бы вот стадо профанов, ему все-таки надо давать шанс. Ну, вдруг там какой-то отдельный экземпляр там прозреет, ну, нельзя ему мешать. Это, в общем-то, так же точно было и в древности. Ведь в древности же не считали огульно всех рабов рабами без всяких перспектив. Потому что люди прекрасно понимали, что даже среди рабов время от времени могут родиться какие-то такие люди, ну, которые в силу там каких-то своих уникальных качеств не захотят быть рабами. Ну, вот просто вот скажут, ну, не хочу я быть рабом, и все. Хочу, чтобы вы меня освободили. Чтобы, и, в общем-то, к ним всегда относились к положению. Да, но чтобы это сказать, человек должен к этому прийти, он должен это осознать, понять, прокрутить. Вот для того, чтобы это понять, у него должны быть под рукой какие-то материалы. Вот Библия, в частности, Ветхий Завет, он как раз и является таким материалом. То есть, вы себе представляете такого плохиша, который, значит, будущий там бандюга, будущий, может быть, вор в законе, он такой, значит, вместо того, чтобы там, не знаю, не ходить в школу и избегать с уроков, он берет Библию и начинает ее читать. И говорит, о, я тут все понял. Ну, вот это как это происходит? Это немножко не так, смотрите, вот немножко другой подход. Вот если, допустим, у масонов есть задача превратить стадо вот в таких вот рабов и в еще больших даже рабов, чем они есть сейчас. Хотя уже дальше-то особо и некуда, но они считают, что еще можно немножко подзакрутить гайки. Но вот в масках уже заставили ходить. Я думаю, что скоро и в ошейниках заставят ходить. Вот. И сами масоны, они как рассуждают? Они рассуждают так. Ну, вот смотрите, вот это стадо совершенно тупое, совершенно безмозглое, оно поверило, что мы полетели на Луну. Оно поверило, что алюминиевые самолеты могут пробивать стальные здания-близнецы. Оно поверило, что керосин может эти здания расплавлять, например, в порошок. Вот. Но масоны же все это прекрасно понимают. Соответственно, это у них вызывает к этому стаду презрение. Ну вот, соответственно, вот это презрение, оно ведет к тому, что они еще сильнее какие-то гайки. Да, давайте теперь вот вирус объявим, заставим их в масках ходить, например. Ну, а почему нет? Вот, но это с одной стороны так, но с другой-то стороны, масоны-то они же тоже прекрасно понимают, что если бы у этого стада не было бы Библии, и они бы просто вот его тупо чморили, как будто в пещере в какой-то. Вот представьте себе, вы, например, загнали каких-то маленьких детей в пещеру, у них нет связи с внешним миром, там нет библиотеки в этой пещере. И вот вы этих детей с детства просто там чем-то грузите, что вот вы, например, не дети, а куры, вот вы куры, вообще не люди. И они себя начинают курами осознавать, и они вам, главное, на слово верят, потому что вы им с детства это объясняете. Вы же взрослые, а дети слушаются взрослых. Вот они понимают, что вот эта группа людей – это люди, а мы вот просто куры. Ну, или петухи там. Вот. Или крысы. Ну, можно же, если детей из пещеры не выпускать, и с детства объяснять им, что они крысы, они в это поверят. Но в этом нету никакой заслуги, вы понимаете, в чем дело? Вы просто пользуетесь своей властью взрослого над зависимыми от вас людьми, лишая их доступа к информации. А масоны так не делают. Масоны. Масоны для вас составляют Библию, в том числе Ветхий Завет. Они для вас составляют все исторические книги. Они даже специально еще снимают исторические фильмы. Они подчеркивают, что все люди в этих исторических фильмах ходили с саблями, бились на дуэли, вот, часто кончали жизнь самоубийством из соображений чести. Они ведь не запрещают эти фильмы, они их сами снимают. Вот Голливуд, он принадлежит масонам, и они их сами снимают. Да, там есть немножко перевернутые исторические факты, но в общем-то, они суть дела доносят. Они более того, они с удовольствием публикуют все эти книжки про с описанием Средневековья. То есть они не заставляют людей быть рабами. Они говорят, пожалуйста, вот библиотека. Вот если вам лень книжки читать, вот фильм посмотрите исторический.
Посмотрите, чем отличались люди, например, от рабов, или чем отличаются люди от слуг. Посмотрите теперь на себя, посмотрите, нет ли у вас случайно сабли на поясе. Вот. Понимаете, да? И Библия, пожалуйста, вот она к вашим услугам. Она, если она там в средние века была на латыни и на там, староболгарском, вот, и на древнегреческом, то сейчас она переведена на все современные языки, даже самые маленькие. Но нет такого языка, на который бы не перевели Библию. Пожалуйста, читайте. Но ведь не читают. Но и масоны это делают не просто так. Они тоже, в принципе, достаточно властью обладают, как в Северной Корее, эту Библию запретить. Но они не запрещают ее. Потому что это принципиальный вопрос. То есть они хотят, чтобы рабы сами были рабами. То есть сами захотели быть рабами и сами добровольно, зная, что можно быть не рабом, прочитав Библию, посмотрев исторический фильм, прочитав исторические книги, но все равно остаться рабом. Вот такие рабы масонам нужны. И они их будут чморить, заставлять ходить в масках, в ошейниках. Там, потом еще там что-нибудь, как-нибудь еще их опустят. Вот такой у них подход. При этом вольных людей, масоны ведь, вот масоны же могли бы воров в законе перебить, но сколько их там человек? Ну, понимаете, что это элементарно. Ну, ведь они же этого не делают. Ну, почему? Да потому что они относятся к ним просто с уважением. Хорошо. То есть я такой вывод делаю. Самообразование и образование, и понимание происходящих вещей – это наше все. Ну, да. Хорошо.